Три государства, граничащие с Белоруссией, являются членами Североатлантического альянса, а Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов к усилению военного присутствия. Ни нам, ни нашим соседям, уверен, новые разделительные линии не нужны. Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов.